Стесняешься стоматолога? Тогда это видео для тебя. Плохое состояние зубов – это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие люди. Однако стыд может помешать посетить врача и начать лечение. Плохое состояние зубов может привести к серьезным последствиям, включая боль, инфекцию, потерю зуба и даже возникновение болезни сердца. Поэтому важно найти способ преодолеть свой стыд и обратиться к врачу. Первый шаг – это осознание того, что вы не одиноки. Многие люди чувствуют себя стыдно из-за состояния своих зубов, и это нормально. Важно понимать, что стоматологи видят много разных случаев и не судят пациентов. Их работа – помочь вам, а не осуждать. Кроме того, не стоит забывать об эффективности современных методов лечения. Они позволяют решить практически любые проблемы, связанные с зубами, от кариеса до протезирования и имплантации. Важно понимать, что чем раньше вы обратитесь к врачу, тем проще будет решить проблему и тем меньше вас будет беспокоить состояние своих зубов. Стоит уделить внимание профилактике. Следите за гигиеной полости рта, чистите зубы дважды в день, используйте зубную нить, ирригатор и скребок. Большинство проблем с зубами можно избежать, если своевременно заботиться о их состоянии. Научные исследования также подтверждают важность профилактики и лечения заболеваний полости рта. Некоторые исследования связывают заболевания десен и зубов с различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Поэтому забота о своих зубах – это не только вопрос эстетики, но и здоровья в целом. Таким образом, не стоит стесняться и бояться обратиться к врачу. Вам не только помогут избавиться от стыда, но и сохранить здоровье своих зубов и организма в целом. Чем быстрее вы начнете лечение, тем лучше результаты и больше вероятность сохранить свои зубы на всю жизнь. Я думаю, ты подпишешься и нажмешь лайк.